Дорогие ульяновцы, дорогие жители города, сельских районов, самых крупных и самых маленьких населенных пунктов, гости города, я хотел бы вас поздравить с наступающим 2022 годом. 2021 год у нас был очень сложным и в экономическом отношении, и в социальном отношении. Вот, очень хотелось бы, чтобы наступающий 2022 год принес нам, скажем, больше позитива как в экономике, в денежных доходах, в сфере занятости, в производительности труда, в основных экономических показателях и улучшил жизнь рядовых, так скажем, граждан тем, чтобы у нас, ну, как бы повысилось, так скажем, повысился уровень благосостояния населения, прибыль бизнеса росла, государство тоже было бы довольно поступающими налогами. Ну, в общем, чтобы в нашем регионе экономическими успехами мы могли бы только радоваться. Уважаемые ульяновцы, дорогие доноры, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, успехов, удачи и всего самого лучшего.